Промышленники и предприниматели – люди деловые, поэтому меньше слов сразу о главном. Выездное заседание областной ассоциации «Практика» не новое. Руководители организации частенько посещают заводы и организации, как говорится, на местах. В этот раз выбор пал на Бобруйск. Начинаем со «Славянки». «Славянка» – это то предприятие, которое в тяжелые времена осталось, я боюсь сказать на плаву, что обижу, осталось на экономическом фундаменте крепким. И мы сегодня приезжаем, тоже поделимся и опытом. Это фабрика «Бренд Беларуси». В шорт-листе известные мировые производители одежды, но главный упор на внутренний рынок. Если не все, то шьют на Славянке много. Пальто, костюмы, спецодежду, спортивную и школьную форму. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Дефиле. С этапами производства гости тоже знакомятся. Неподдельный интерес к одежде «Made in Славянка» проявляет и руководитель торгового представительства России в Беларуси Юрий Золотарев. Все-таки страны – союзники во многих областях. Сегодня больше говорят об экономической. Так, выступая уже на «Красном пищевике», российский коллега обращает внимание на здоровый пример кондитерской фабрики. В непростые времена всемирно известный зефир и мармелад не только не пропал с прилавков, но и дошел до новых потребителей. Я даже сегодня пошутил и спросил руководителя предприятия Сергея Анатольевича, каким же образом сотрудникам такого вкусного и сладкого предприятия удается оставаться такими стройными. Вот, поэтому мы тоже желаем здесь всех всяческих успехов. Вот, я знаю большие, в положительном смысле, амбициозные планы руководства этого предприятия по расширению именно линейки продукции, по обеспечению такой важной и стратегической задачи, которая является импортзамещение. Вот. Ну и со своей стороны, вот, мы, россияне, ждем, по крайней мере, поставок и расширения поставок такой действительно там вкусной, сладкой, востребованной, вот, всех радующих продукции на российский рынок. Безусловно, исключительно сладкими отношения Беларуси и России не назовешь. Например, у Приморского края на этот год в планах закупить отечественную сельхозтехнику – 571 единицу. В том числе Бобруйск Агромаша. Плюс во Владивостоке в скором времени появится белорусский торговый дом. И все же основное внимание делегации направлено на внутриэкономическую составляющую. Мы каждый квартал собираемся с руководителями крупнейших предприятий области и обсуждаем текущие проблемы, мы посещаем предприятия, что очень важно, где знакомим руководителей с достижениями тех или иных предприятий, и в этой вот деловой обстановке руководители могут обсудить текущую ситуацию, где-то посмотреть использование технологий промышленной безопасности и тем самым определить дальнейшее развитие промышленного комплекса Могилевской области. В кулуарах предприниматели и руководители называют такие встречи диалоговыми площадками. Привычными они стали еще в том году. И в 2021 обязательно повторят свой успех. Значимость их велика. Каждый может высказать свои идеи. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.